Всем привет! Хотел записать небольшое видео по поводу моего участия в той самой распродаже 11 ноября на AliExpress и на ряде торговых китайских площадок. Я думаю, многие из вас, те, кто зарегистрирован на тех или иных сайтах или на AliExpress, получали вот такие вот сообщения от продавцов. Просто хочу напомнить, какие акции проводились, какие лоты выставлялись и за какую стоимость и в какое время. Сразу скажу, что AliExpress там просто без шансов было что-либо получить по флеш-сейлам. То есть вот за такие деньги. Единственный аппарат, который меня по-настоящему интересовал, это был BlueBlue X-Fire и BlueBlue X-Touch. Я просто никогда не сталкивался с аппаратами данной фирмы. Ну, еще был интересный вот аппарат Homtom HT6 от Dugi. Но, видите, здесь всего 5 штук аппаратов, там 10 штук аппаратов. Распродажи начинались в 6 часов по времени. Минус 8 от Гринвича. По местному времени, по-моему, 2 часа дня это было. Помимо Алиэкспресса, мне приходили такие же письма от, например, от магазина Куликул. Здесь ситуация была примерно такая же. То есть в определенное время, то есть в 9 часов по китайскому, по-моему, времени, в 10 часов, в 11. Каждый час 11 ноября происходили продажи вот этих вот товаров. Для чего я записываю это вступление? Для того, что сейчас, вот после моего вступления, будет 2 ролика о том, какие, я не знаю, недоразумения были при продажах этих вот, при флеш-сейле. Мне просто интересно, было ли у кого-нибудь такое или нечто подобное, или наоборот, удалось ли кому-либо что-либо приобрести. Вот обратите внимание на вот этот вот лот. Это часы Number One. Это компания, которая полуподвальная, в общем, китайская компания, которая производит аппараты как реплики с Galaxy, с Samsung, там, с 6, с 5 и что-то в этом роде, да, то есть как бы ничего своего, в основном реплики. Ну, вот такие вот часы были. Они выставлялись по 11 долларов 11 центов. А обычная дисконтная цена, которая, по-моему, сейчас тоже существует, это 22 доллара 99 центов. Помимо этого были вот эти вот аппараты, я думаю, видно. Сейчас, наверное, вставлю ролик, но перед этим хочу сказать, что, в принципе, я не могу сказать, что вот эти вот все акции – это какое-то кидалово, да? Потому что, например, первый смартфон, который я купил, это было на распродаже. Я думаю, вы знаете, если вы интересуетесь этой темой, что по средам во многих магазинах на AliExpress происходят такие вот скидочные дни, когда по 10, по 20, по 30 аппаратов выставляют на продажу с очень значительной скидкой. Первый смартфон вообще, который я заказал из интернета, это Olifon B-Touch 2. Я его купил ночью со скидкой, случайно, просто случайно зашел и купил. Вот сюда, наверное, вставлю ссылку на распаковку. Я, по-моему, об этом там рассказывал. И меня удивило то, что я купил со скидкой. На странице товара было указано, что те, кто покупает со скидкой, не могут рассчитывать на дополнительные там аксессуары, чехлы и так далее. Но мне все это прислали, и стекло, и чехол, хотя я купил со скидкой очень значительно. Он тогда продавался, по-моему, по 200 долларов там. А обычная цена, regular price, а скидочная цена была на флеш-сейле тогда в тот раз около 180 или 170, я честно уже не помню, но вот видео, кому интересно, могут посмотреть и вспомнить. Поэтому я, в принципе, к таким вещам отношусь нормально, но, возможно, просто слабый интернет влияет, соединение, может, компьютер. И нереально, по-моему, в первую же секунду купить этот аппарат. Я думаю, если вы участвовали когда-нибудь во флеш-сейлах, вы знаете, что нужно не просто положить в корзину, а оплатить товар. То есть не просто сделать, заказать и потом
как бы этот товар будет висеть у вас в заказах. Нет, нужно сразу оплатить. Там даже магазины, по-моему, пишут вот в этих роликах. Пришел первым, купил первым, да? Ну, а теперь будет вот то, что произошло. Посмотрите ролик. И сразу, кстати, извиняюсь за не очень хорошее качество звука, потому что был очень такой ноябрьский хмурый день. И настроение было на нуле, потому что, ну, сайт, куликуловский сайт, он просто гнал. Невозможно было ничего там купить, вообще просто поучаствовать. Он выдавал постоянно какую-то ошибку. Потом он заработал, я зашел и уже просто так тыкал для интереса посмотреть, что же в итоге получится. Посмотрите, какая интересная ситуация происходит на eFox Shop. Цена со скидкой 12.33, добавляя в корзину, цена становится 122. Удаляю. Возвращаюсь. В наличии 4 штуки. Цена 12.33 доллара. А доступна в течение 12 часов. Я не знаю, может, здесь ограничения какие-то есть именно только для Западной Европы. Это скидка и это акция. Потому что вот смотрите, я добавляю опять 122 доллара. Если я сейчас перейду к оплате, я уже пробовал то же самое, та же самая ситуация. Да, неприятно. Еще одна интересная ситуация на Кулику. Смотрим наличие, цену, добавляем корзину. Вуаля. Очень хорошо. Вот так вот распродажи делают и Fox, и Кулику. Приходите, в общем. Здесь или ошибка, или сайт у них. Ну, вот это что-то нереальное вообще происходит. При этом показывают, что в наличии. Вот даже мой кот возмущается. Посмотрели? Ну, вообще забавная, да, ситуация, когда ты добавляешь в корзину товар стоимостью 11 долларов, а в корзине он оказывается стоимостью 333 доллара. Я ничего не писал, не обращался в магазин, потому что мне, в принципе, эти часы и не нужны были, мне просто было интересно, как, почему это происходит. Я поэтому снял это все на Bandicam, с помощью программы Bandicam, с экрана, скринкаст, да. Ну, просто, не знаю, хотел поделиться в этой ситуации, посмотреть, спросить у тех, кто, может быть, тоже участвовал с этим, столкнулся в тот день или днем ранее. Не днем ранее, а на таких же распродажах. То есть, вы, наверное, в курсе Kulikul, Antilife и еще есть такой магазин eFox Shop. Они все, в принципе, это, по-моему, принадлежат, в принципе, одному хозяину. Или там компания, я не знаю. И, по-моему, на Алиэкспрессе это Geeks. Магазин Geeks, по-моему, если я не ошибаюсь. Если кто-то знает точнее, могут меня поправить. У меня был неудачный опыт с Emacs'ом. Yumi Emax Mini в магазине eFox. Я об этом писал, и у меня видео даже есть. Я тоже вот здесь, наверное, размещу ссылку о том, что у меня просто денег не хватило, чтобы оплатить за товар. Интересная особенность с Куликулом в том, что в eFox тоже такая же ситуация, что там англоязычная версия сайта, а цены всегда указаны меньше. Но когда вы начинаете оформлять заказ для стран СНГ, по-моему, это так, там очень высокая стоимость доставки. В eFox очень высокая стоимость доставки, и там выгодно покупать только на флеш-сейлах. То есть регуляр прайс там не идет, там, потому что помимо стоимости, еще считайте, там долларов 20 вам придется платить только за доставку. Ну, вряд ли кому-то это будет интересно. Второе видео – это примерно такая же ситуация, вот именно на efoxshop.com. Сайт магазина на немецком языке, там есть англоязычная версия, но я зарегистрировался когда-то на немецкой версии, потому что когда заходишь в англоязычную версию сайта, он просит опять зарегистрироваться, там начинаются какие-то проблемы. В общем, на всех сайтах вот этой организации, Antilife, там Kulikul и Fox, вот наблюдалась вот такая вот картина, то есть сайты просто лежали. И была вот такая же ситуация, то есть я добавляю товар в корзину, пытаюсь...
показывает, там видно, на видео видно, я, по-моему, обращал на это внимание специально, что там видно, что в наличии товары есть по скидочной цене, то есть ты его добавляешь в корзину, этот товар, по скидочной стоимости, и цена тут же меняется на регулярную цену, на обычную цену. Переходишь к оплате, я все пробовал, нет, цена не меняется, то есть это опять же какой-то там глюк магазина, да, глюк сайта. Не знаю, почему так произошло. И, в общем, вот такие вот грустные события происходили 11 ноября 2015 года. Если у вас опыт был получше этих покупок, и вам что-то удалось прикупить существенное, ну, напишите в комментариях, будет интересно вообще пообщаться на эту тему. Единственное, хочу сказать, знаете, вот как говорят, есть хорошая новость, есть плохая. Вот я начал с плохих новостей, но есть и хорошая новость, то что на сайте GD.com мне все-таки повезло купить со скидкой, там есть купоны магазина, повезло купить Dugi X5. Его я купил для мамы. Производительность, характеристики достаточные, в принципе, для нетребовательного пользователя. А цена была $30.99, но, к сожалению, пока мне товар еще не отправили, поэтому я, не знаю, настороженно жду и слежу, что получится в итоге, за то, что мне дали верную ссылку и ссылку на купон. Большое спасибо пользователю 4pda.ru, я ссылку, наверное, оставлю в описании под этим видео. А так, это первая часть этого небольшого там в виде экскурсии и видео воспоминаний о покупках 11 ноября. Ну, пишите, если у вас что-то произошло интересное. А потом я сниму вторую часть, где уже будут только, надеюсь, хорошие новости, потому что на вот это мои покупки в тот день не закончились. Спасибо. До новых встреч.